17 сентября 2021 года. Это снова Сочи, семья, Краснодарский край. Да, может быть, кому-то будет неинтересно пару дней смотреть мои видео, потому что специфическая ситуация нарисовалась, ребята. Застройщику, моему застройщику срочно нужна земля. Он готов купить сотку за 2, за 3 миллиона, даже за 4 миллиона, если это будет супер обалденный видовой участок со всеми характеристиками, подъездными путями и так далее. Все, что ему необходимо для того, чтобы построить дорогие хай-тековские дома площадью от 300 квадратных метров, которые он будет впоследствии продавать, от 100 миллионов плюс. В принципе, мы рассматриваем улицу Звездную, Шоссейную. Это однозначно хостел, какие-то хорошие видовые площадки. Ну, возможно, это может быть еще и Мамайка, но в основном делаем упор, конечно же, на хостел. И поэтому, ребята, пару дней, раз уж я в рабочем режиме, в любом случае сейчас в ожидании застройщика, минут через 10 он подъедет, я ему буду показывать. Мне очень понравились участки, которые я ему нашел. Я решил поснимать. В качестве информации вам будет это полезно. Ни для кого не секрет, что в Сочи земля дорогая, просто нереально. Поэтому за миллион это где-то в глухомане можно найти. Это будет однозначно никакая не супервидовая земля. Но где-то от 2 миллионов, в принципе, можно за сотку найти у нас как бы хорошие видовые участки. И так мы находимся в Сухумское шоссе для ориентира. Здесь у нас хороший асфальт, здесь рядышком я живу, скоро поворот на Каштаны, где, собственно говоря, и находится мой домик. Вот, а здесь, ребята, пожалуйста, вот там хорошая частная застройка, я часто здесь проезжал, думаю, когда же я наконец-таки сюда уже попаду, для того, чтобы посмотрю, что здесь происходит. В итоге там получается въезд, сейчас я переверну камеру, вам покажу, какие участочки я нашел. Там у нас, чтобы вы понимали, 32 сотки, это вместе с дорогами, а так 28 соток земли. Это 4 участка, они принадлежат 4 родственникам, они продают все это одной массой, поэтому стоит это все 60 миллионов рублей. Я поделил 2 миллиона с копейками. 2, там, если брать с общими дорогами, то получается 2 миллиона, если без общих дорог, то 2,164 за сотку. Цена хорошая, потому что это вам, конечно, тоже не звездная, не шоссейная, там тоже мне нравится все, но здесь вид потрясающий, и как бы подъезд потрясающий, и близко совсем к Адлеру, близко до аэропорта 20 минут, там, до Сочи 20 минут, до морпорта, поэтому как бы локация потрясающая, пойду переворачиваю камеру, пойду поснимаю, что там есть. Кому не нравится, ребята, выключайте. Но вообще, как бы, надо ориентироваться, почем здесь земля, потому что кто-то хочет, может быть, построиться, кто-то хочет купить, кто-то хочет инвестировать, кто-то хочет вложить, кто-то хочет продать, в конце концов. Ребята, буду пригружать вас несколько дней землей, потому что у нас срочная, срочная покупка земли. И потом, в концовке, покажу вам, что мы купили для застройщика. Так, ну, собственно говоря, я сразу же перевернул камеру. Пойдемте с вами в порядке импровизации, так сказать, все посмотрим. У нас не клеются погодные условия немного, да, но это уже все, видимо, окончательно. В этом году сезона не особо было и не особо будет, я так понимаю. Нормально я сказал? У меня с русским всегда были проблемы. Значит так, вот это, кстати, ребята, частный дом. Это никакой не гостевой дом, это частный дом. Частный. Вот, потрясающий дом, на самом деле. Очень клевый. Все время на него заглядывался, когда проезжал. Вот. Но это общая въездная группа, вы поняли, да? Все нормально, автоматические ворота, все тип-топ. Все клево, да? Все, здесь, соответственно, у нас асфальт. Дальше у нас с левой стороны еще одно строение. Оно в процессе постройки. Мне сложно сказать, что это. Что это? Но я поспрашивал. Я всегда, когда приезжаю на объект, начинаю спрашивать. Но это не какая-то, не ЖПшка. Может быть, гостевой дом. Знаете, может быть, гостевой дом. Вот, он не достроен, еще фасад не отделан здесь. Фасад до конца еще не сделали. Сейчас покажу, где начинается наш участок. Возьмем за основу, что у нас участок 28 суток земли. Я сейчас в любом случае одену бахилы и пойду туда, потому что я их взял с собой. Вообще-то надо сапоги уже давно купить. Все никак не соберусь. Так, ну в принципе, чтобы вы понимали, уже здесь начинается наш участок. Но он в основном там находится. Сейчас я туда пойду. Вот. Ну вот такой вид здесь, ребята. Вот такой вид. То есть теоретически вот такая здесь панорама. Вид реально хороший. Я бы сказал, потрясающий. Вот. Ну все, одеваю бахил, иду на участок, сейчас там еще доснимаю. Ну, в общем, как я и предполагал, снимать особо нечего. Как говорят некоторые наши коллеги, они говорят, ну а что, участок и участок, а что там особо снимать? У нас нету фотографий, нет видео.
Я, допустим, бывает запрос какой-то брошу, говорю, ребят, мне нужен участок срочно, такой-то. Ну, поедемте, посмотрим. Я говорю, ну, фотографии есть, видео есть. А что там? Участок есть участок. Ну, что я вижу здесь, в принципе? Что я вижу здесь? Если немножечко вот так вот, чуть-чуть, макушечки так убрать. Ну, по крайней мере, здесь точно можно подрасчистить, потому что эти деревья находятся на нашем участке. Вот здесь подрасчистить, здесь на две стороны будет вид, потрясающая панорама на море. Вон он начинается, вот там заканчивается. Поэтому реально потрясающий будет вид на море, и не только, так сказать, со второго, с эксплуатированной кровли, и с первого этажа в том числе. То есть кухня-гостиная будет тоже потрясающий вид. Все. Участок с небольшим уклоном, но абсолютно вообще как бы не критичным, с самым минимальным. Ну, конечно, подпорные стены придется сделать, естественно. И с этой стороны, и с этой стороны. Вот. Ну, в принципе, мне все понятно. Резюмируем. Мы просто будем знать, что у нас есть такой участок на продаже. Мы сейчас его покажем. Это может зайти не только как бы застройщику, который строит на перепродажу. Это может зайти и частному инвестору, и просто человеку, который для себя захочет построить в таком обособленном месте. Слушайте, получается тупиковое местечко. Заезжаете, отдельный въезд, два дома, третий еще с правой стороны. Несколько домов и вы, да, такое обособленное у вас такое. Уединенное местечко. 2 миллиона, реально, без лишних слов, с учетом того, что у меня в Каштанах, там, без вида абсолютно, без такого шикарного вида на море, а только с видом на горы, от 2 миллионов рублей за сотку, поэтому ценник очень хороший, приемлемый, но просто участок большой. Получается, надо отдать сразу 60 миллионов. Некоторые хотят 5 соток земли. Нет, собственники не продают. Они сказали, продаем все вместе. По частям продавать не будем. Ну что ж, хозяин-барин, продадут. Понятное дело, что продадут. Все, ребята, обнял, счастья, здоровья, любви. Поехал смотреть дальше землю. Еще поснимаю.